Мы находимся на берегу Черного моря, где даже в разгар зимы можно отдохнуть с комфортом и с удовольствием. Мне тут очень нравится. Тут много красивых камней, ракушек. Тут нас хорошо кормят. Мы играем в пинг-понг, купаемся в бассейне, плаваем на море. И тут у меня появился первый домашний питомец. В моих одноклассниках уже была улитка. Она была вот такого размера. Неповторимый аромат горных растений необычайно целебен для людей, страдающих бронхиальной астмой и другими аллергическими легочными заболеваниями. Сегодня мы едем в Роза Хутор и останавливаемся во всяких местах. Тут мы остановились, там есть вот такой вот мост. Там можно прыгнуть с кабинки, не попить 15 сантиметров от этой реки. А еще там можно на качелях до туда и обратно. Мы остановились на несколько минут, тут прогуляться, пофоткаться. Вот мы уже на медвежьем уголке, в том домике можно набрать воды нарзана. Тут всякие медведи, на которых можно сесть. Тут камни. Это медведь с рыбой. А этот медведь держит дерево, на которое опять же можно сесть. Да, как я уже говорила, можно набрать воды. Отсюда льется вода, и мы набрали целую бутылку. За моей спиной горы Кавказского хребта, высота которых превышает 2000 метров. Уникальный город, который имеет огромное количество статусов. Это город мира, это город-госпиталь, это город, в котором рождается любовь. Это город, который является национальным парком, это город-сад. Вы знаете, город, который описывали очень многие поэты и писатели, и воспевали Черное море, как удивительное море, которому 8000 лет. Вот мы уже на Розовом. О жителях города я могу сказать очень много. И честно говоря, когда каждый раз вожу людей, встречаюсь с ними, общаюсь, знакомлюсь, уникальное чувство возникает, гордость за свою родину. Потому что ведь все, что построено, это, конечно же, гордость за свою Россию. Это просто не могу даже передать. Знаменитый курорт Роза Хутор еще в 2014 году встречал олимпийцев и спортсменов из 88 стран мира.